Компания по капитальному ремонту дорог стартовала в Нижневартовске. Сегодня подрядчики выполняют работы, при которых погодно-климатические условия не важны. Срезают верхний слой разрушенного асфальтового полотна. К основному этапу приступят, как только стабилизируется температура воздуха. Кирилл Волконский узнал, какие участки отремонтируют в этом году в рамках национального проекта и появятся ли в столице Самотлора новые дороги. Фрезеровка, то есть снятие верхнего слоя асфальта, единственный вид работ, который сегодня могут выполнить подрядчики. Остальное пока что не позволяет погода. Завершить ремонт отрезка центральной автомагистрали Нижневартовска протяженностью в почти километр намерены к концу июня. Все материалы, в том числе щебеночно-мастичный асфальтобетон, это верхний слой будущего дорожного полотна, компания производит на собственном заводе. 4 сантиметра выравнивающий, 4 сантиметра щема, верхний слой. Общий 8 получается по контракту. Ну, порядка 5000 тонн асфальтобетонной смеси. Порядка. Со всеми пандусами, со стоянками и непосредственно сама проезжая часть. Три участка дорог протяженностью чуть больше 4,5 километров, которые отремонтируют в 2021-м. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» стали лидерами рейтингового голосования, что муниципалитет провел в прошлом году. В основном это автомагистрали на окраинах города, где движение автомобилей наиболее интенсивное. Нагрузка не только от легкового, но и грузового транспорта. Их горожане они признали одними из самых разрушенных. Депутаты обращали внимание где-то на некачественное, наверное, проведение работ в прошлом году. Поэтому в этом году Максим Александрович я поставил задачу, как только позволяет погодные условия, собрать комиссию, пригласить депутатов наших. И они вместе, я знаю, отрабатывают, проезжают, смотрят там, где некачественно был положен асфальт, где появилась колейность, либо нарушена разметка. Там в рамках, кстати, нашего контракта предъявляются претензии, и это устраняется, естественно, за счет гарантийных наших обязательств. В общей сложности на ремонт и строительство автомагистралей на этот год из окружного и муниципального бюджетов выделили 500 000 000 000 рублей. Здесь помимо асфальтирования, значит, будут выполнены в соответствии с требованием все пересечения проезжей части с тротуарами, с пешеходными переходами, как того требуют стандарты, и нанесена разметка термопластиком. Да. Качество работ будем проверять совместно, вместе с общественниками, с независимой лабораторией, поэтому все это будем подтверждать. Только Марина после этого принимать. Кроме капитального ремонта, реализация нацпроекта предусматривает завершение строительства отрезка улицы Нововартовская от Героев Самотлора до Салманова. Все подготовительные работы к основному процессу, то есть выторфовка, прокладка ливневой канализации, каналов для последующего монтажа, освещения завершены. Кроме проезжей части оборудуют парковки, пешеходные тротуары, велодорожки и газоны. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.